конечно, не сожалел. Центр Иерусалима. Господи, это улочка. Показан ее. Плюс дома как старинные постройки, как новые. Как я вижу. Тоже здесь есть центр Иерусалима. Вся улочка в магазинчиках. И больше именно магазинчики. По улице Киеве. С той стороны домики. Это был менее современный домик. Я потом здесь это было обложено, или это сделал камня. Сейчас я сделал камня, сделал. Поэтому я вижу одни пробки здесь. А, насыщенное движение вот так. Транспорт, как и где он заходит полно людей. Магазинчики, по-моему. Также сюда банк организуется. Банк Ягав. Улица выложена Плинской тоже здесь какой-то. Это здесь центр Иерусалима, кстати, так. Свет ее типа серо, это ближе к серому. Я не знаю, как называется. Серо-зеленый, что ли? Типа это. Вот еще один, одна высотка, это, кажется, отель, отель Иерусалим. Пошли в Иерусалим. Давай. Иерусалимская башня, если все у нас. Или на иврите, Мегидиан Иерусалим. Бой! Йотер Баэр! Ильяд Леобар Баэр! Я не знаю, где любого улица Гилей. Это такая большая уличка в центре Иерусалима. Потому что в центре Иерусалима на всех кафешках, магазинчиках. Вот. И других типа этого. Я вижу. Вот, идем по ней. Улочка вообще на меня производит неплохое впечатление. Вот, хотя шумочек немножко больше шум, чем надо. И пробок больше. Одни пробки, если посмотрели. Проехать по ней тяжело. Вот
לא. Какой-то магазин, понимаю, моды. Какая-то забегаловка тут, сделана в старинном европейском стиле. Пойду, потому что там вроде проход забит машинами. Вот. Так, это была прогулка по улице Гилей в Иерусалиме. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.